Здравствуйте, дорогие друзья, я Анатолий Семенов, и как всегда в это время в эфире программа «Город С». Вот так неожиданно мы начали эту предпраздничную передачу, все узнали знаменитого Щелкунчика, бессмертное творение. Вот это подарок от наших сегодняшних гостей, группы или оркестра «Волга Фолк Бэнд». Ансамбль «Волга Фолк Бэнд». Ансамбль «Волга Фолк Бэнд». И руководитель рядом со мной — это Дмитрий Буциков. Дим, не первый раз у нас в эфире, но вы были тогда в малом составе, да? Были в виде вот этого дуэта, да. Вот что поспособствовало тому, что вы превратились в оркестр? Ну, прежде всего, интересные возможности, которые можно делать в ансамбле, да. То есть у нас ансамбль, в него входит... Сегодня нет еще ударника, который тоже у нас полноценный участник. У нас 7 человек, сегодня 6 человек. То есть мы можем играть, в принципе, весь материал музыкальный, который накоплен веками, столетиями. Конечно, мы с Дмитрием в дуэте многое что пытаемся играть, но здесь и есть и баян, это прекрасная краска, и возможности. Есть домры, то есть балалайки, то есть полностью, да, вот есть вся фактура. Да. Несомненно. Друзья мои, я начну передачу сегодняшнюю. Ну, вот музыкальное вступление было предпраздничное. Вы недавно вернулись из триумфальной поездки в Сочи. Это был ноябрь месяц. Сейчас мы посмотрим видеосюжет, и вы, пожалуйста, комментируйте. Я буду задавать вопросы вам, окей? Хорошо. Итак, это ваши коллеги. Это откуда участники. Они, кто это? Это участники со всех городов России. Ну, кого-то вот с кем-то вы познакомились, с кем-то вы, так сказать, сейчас продолжаете какие-то, может, творческие контакты? Что вообще? Конечно, мы познакомились и с представителями Ульяновской делегации, Московской области, Москвы более тесно, с Кубанским хором. Сколько регионов было представлено вот на этом фестивале? Абсолютно все регионы России. До одного. Все регионы, да? Все области. Так, а вот вопрос к девушкам. Вы впервые на таком форуме, крупном, общероссийском? Впервые? Фестивали всякие, да, безусловно, были в нашей жизни тоже, но это масштабное действие, несколько другое было. Мы были на узкоспециальных фестивалях, но это был фестиваль культуры и творчества. Это было огромное действие, и своими масштабами нас удивляло и восхищало. И вдохновило, да? Безусловно. Угу. Народное творчество было представлено. Видим вас, вы видели, да, часть вашего коллектива. А у вас большая была программа там? У нас было два блока. Это блок «Волга Фолк Бэнда». Это получасовой. То есть получасовой сет, да? Получасовой, ну, то есть такой интересной народной музыки. И с Дмитрием Косяковым мы играли там. Ну, в основном это была игра ансамбля «Волга Фолк Бэнда». Эти ребята очень серьезные. Это откуда? Из Саратова. Близкие нам по духу. Балалайки. Ну, конечно, было приятно ощущать себя вот в центре. В центре такого события мощного, такого, да? торжества, да, и то, что было внимание страны, первых лиц государства, очень, очень ценно для нас. Ну, вот вы сказали, первых лиц государства. Татьяна, вы, кто вот перед вами был из первых лиц государства? Кто вас слушал в Сочи? Министр культуры. Медынский был? Да. О, не подходил он к вам, к вашему коллективу? К нам нет. Ну, неважно, тем не менее, перед ним. Кто еще был из правительства, из Москвы? Ну, был представлен аппарат президента в лице первых лиц, заместителей. Были министры со всех областей и регионов. Ну, то есть это был очень такой форум значимый, потому что здесь и сплочение, прежде всего, национальный дух, представление всего национального богатства культурного. Ну, вот, и, конечно, самое главное, что обмен культурным опытом. То есть мы видим, насколько у нас культура многообразная, богата, да. Сколько талантливых представителей, что мы теперь знаем то, что есть большое внимание государства к народному творчеству, что это будет не первый, не последний раз, а это будет системно, ежегодно. Ясно. И уровень станет выше только от этого. Конечно. Общий уровень, общий, да, уровень, повсеместный, да? Вот. Потому что это общение, оно всегда обогащает каким-то. Вот что вы в творческом плане для себя вынесли? Я понимаю, что именно конкретно, не общая фраза, а конкретно. Ну, для себя, наверное, может быть, нужно больше играть, больше заниматься, чтобы играть еще лучше. Чтобы уровень свой постоянно повышать. И мы увидели музыку разных народностей, что, конечно, тоже нужно использовать в своем репертуаре. Безусловно. У меня вопрос к Ирочке. Ирин, а вот кроме «Волга Фолк Бэнда», кстати, вы когда вошли в этот коллектив?
Я совсем недавно, полгода. Полгода, да. А до этого где вы были, где играли, где вас можно было послушать? Ну, до этого разные коллективы. Я и поработать успела и в Волгоградском, и оркестре, и в ансамбле. И... То есть вы не местная, не самарская? Нет, да? Затем я уже здесь в «Виртуозах Самары» поработала. Mm-hmm. Ну, и... То есть послужной список, да, такой достойный. Успел. Танюш, вопрос к вам. У меня хорошая зрительная память. Я где-то на видео у каких-то моих вот многочисленных музыкальных гостей, коллективов, где-то вас видел, вот, ну, я и запомнил. Где я мог, в каком коллективе, в составе какого коллектива мог вас видеть? Ну, наверное, в составе оркестра «Виртуозы Самары». Возможно, в составе ансамбля «Садко» или в составе ансамбля «Альтера Музыка». А, «Альтера Музыка», совершенно верно. У вас очень запоминающаяся внешность, такие волосы шикарные и прекрасная, конечно, техника. Блистательная техника, я вас поздравляю. Ну, и коллектив поздравляю с таким чудесным музыкантом. Да, да. Все блестящие исполнители. Ну, у вас такая супер команда, скажем так, да. Кое-кто отмалчивается, но мы договорились с Ренатом, он все расскажет мне потом за кадром. Ренат, это вот наш уважаемый коллега, Ренат Хабибулин. Вот, итак, друзья мои, сейчас давайте мы посмотрим запись, вот, сценическая версия работы вашего коллектива. И потом возвращаем в студию и продолжаем обсуждение. Смотрим. Спасибо, отличный номер, хотя и название такое нехорошее, «Старый муж». Такой какой-то немножко, наверное, женщины написали, хотя Верстовский и Пушкин. Димочка, я специально к тебе подошел, вопрос такой. Вот ты обладатель такого уникального инструмента, сейчас во всем мире бум на этот инструмент, и огромные фестивали проводятся, не только за рубежом, но и у нас в Самаре. В Самаре есть чем гордиться. Вот вопрос немножко за пределами «Волга Фолк Бэнд». Ты не участвовал в «Виват Баяне», нет? Я участвовал в самом первом фестивале «Виват Баян», который проводил Сергей Войтенко. Uh-huh. Он собрал тогда еще музыкантов Самарской области. И вот у нас был первый опыт. Мы ездили по области, uh-huh, по разным городам. Новокубежск, Нефтегорск, Чапаевск, Тольятти. Uh-huh. Да, это был самый первый фестиваль. Очень понравился, очень запомнилось. Дим, у меня вопрос следующий вдогонку, именно к тебе. Поэтому рядом к тебе поближе подошел. Вот у Ирины я спрашивал предыстория, что было у нее до «Волга Фолк Бэнд». У тебя что было до этого коллектива? Ну, я также сотрудничал с «Виртуозами Самары», ансамбль «Садко», в различных ансамблях. Поиграл? Да, поиграл. Угу. И сейчас продолжаю сотрудничать. Как тебе работается здесь? О, мне здесь очень хорошо работается. Угу. Мне очень нравятся такие люди хорошие. Спасибо Дмитрию. Признание дорогого. Он меня уговорил. Я нисколько не жалею. Ну вот, давайте вот на слабо у вас.
Вначале вы, конечно, щелкунчиком просто молодцы, порвали, да? Вот что вы нам подготовили в подарок, и, может быть, мы тоже ответим подарками какими-то. Что вы, живой номер сегодня в студии, на многие сотни тысяч зрителей, что вы сейчас исполните нам? Мы сейчас исполним русский перепляс. Плясать не будем? Мне не надо плясать? Пожалуйста. Вам придется плясать. Итак, давайте, господа в зале, господа перед телевизором, давайте похлопаем, аплодисменты бурные. Слушаем номер в исполнении «Волга Фолк Бэнд». А я танцую. Аплодисменты. Аплодисменты в студии. Друзья мои, спасибо вам огромное. Это реально подарок и очень хороший. Вот чувствуется драйв очень серьезный. Я больше, конечно, поклонник джазовой музыки, но вот сейчас, если вы видели за кадром, я тут отплясывал, хотя мне сложно заставить это сделать. Вопрос у меня к мадемуазель, мадам Исаевой. Вот это ваш базовый инструмент домбра, или вы получали образование на каком-то другом инструменте, или это изначально ваше? Да, тогда еще я получала образование на обычной простой малой домре, но со временем очень влюбилась в инструмент глубокий. Ну, мне приходилось брать альтовую домру, и в связи с этим вот влюбилась, и моя любовь теперь это к этому инструменту. И много-много лет я уже играю только на альтовой домре. Только, да? Спасибо огромное. Танечка, аналогичный вопрос к вам. Вот это базовый ваш, и что для вас домра? Ну, домра — это моя профессия, это моя жизнь. Я с детства с домра. А вы где заканчивали, где обучались? Сначала в музыкальной школе номер 11 в Самаре, затем в музыкальном училище имени Шаталова
в котором преподаю по сей день, а затем в Академии Гнесиных. Ну, вопрос, кстати, общий. Давайте, друзья мои, вы все подключены. Вот кроме концертной деятельности, кроме гастролей, кроме записи и так далее, кто-либо из вас является моим коллегой в плане педагогической деятельности? Кто-то уже обучает, ученики у кого-то? Кто? Поднимите руки. Все. А, все? Ой, ну, кроме Дима и Ренат пока нет, да? Пока ну, вы еще молодые, получилось. Молодые еще. А где вы обучаете своему ремеслу? Я преподаю в школе музыкальной, в Государственной академии социально-гуманитарной, это бывший пединститут. Ну, вот так. Ну, здорово. Я в институте культуры, это бывшая академия культуры, недавно переименовали, Самарский государственный институт культуры, и в школе музыкальной. Ну, просто как вы все успеваете, друзья мои? Татьяна? В музыкальном училище мне шатало в Самарском и в музыкальной школе. Даже стыдно. Ну, вы вот, вы каждый из вас, вот сейчас любой из вас может отвечать, кто кого опередит. Вот как, я понимаю, это ваша работа, да, педагогическая, но вы ощущаете, что среди ваших учеников, да, есть, ну, искорки такие, есть изумрудики, которые, безусловно, будут продолжать ваше дело и, может быть, даже с вами когда-то объединяться в каком-то коллективе, на одной сцене окажется. Ну, давайте слева направо начнем, Тань. Вот есть такие вот? Да, мои ученики давно уже продолжают мое дело. Да ладно? Играют и преподают. Вы выглядите совершеннейшей девчонкой, у вас уже ученики где-то играют. Тань, комплименты. Коллега. Естественно, конечно, видно, детей, дети очень сейчас развиты и очень интересные. Многие и дни... тянутся они вот? Очень тянутся, да? Ну, мне кажется, интерес не потерян. Главное, его туда привести ребенка в музыкальную школу, а дальше мы сделаем все сами, заинтересуем, и дети с удовольствием ходят к нам. Ну, отличненько. У меня сейчас такое предложение, думаю, коллеги не обидятся, такое маленькое включение костяка вашего коллектива, ну, скажем так, вот, балалайк, дуэта балалайк, моих давних друзей. Сейчас будет небольшое такое видео, и я буду в основном мучить двух Дмитриев. Согласны? С удовольствием. Хорошо, поехали. Так, ну, значит, комментируйте, где это снималось? Вот это в Сочи или это на сочинской площадке, да? Это Сочи. А, паралимпийские. Это Сочи, это филармония Ульяновска. Это «Аргументы и факты» нашей газеты. Замечательно. Так, это рекламная это просто афиша. Ну, это вот, видите, у нас фантазия позволила. Это где? Это, опять же, Олимпиада, резиденция то есть, Деда Мороза. То есть, в принципе, вот ну, я просто напомню телезрителям, что, значит, дуэт «Балалайк» представлял нашу губернию на Паралимпийских играх в Сочи. Это было когда? Это было в марте, начало марта. В марте, то есть вот такая... Этого года. Такое звездное представление. Ну... Нам, конечно, повезло, то, что мы работаем в Самарской филармонии, и наше Министерство культуры нас поддерживает, и филармония поддерживает. То есть мы в этом плане очень счастливы. То есть нам есть с чем сравнивать, какое обстоятельство дело в других филармониях. Среди народников, конечно, нам повезло. А я бы хотел поговорить фотографа, который делает снимки. Нет, ну да, работа очень хорошая. О, красавец какой. Это вот у нас был фотоконкурс в рамках фестиваля «Открытое небо, открытое сердце», когда фотографы фотографировали. Нет, ну молодцы. В общем, вот такое маленькое видеопредставление дуэта «Балалайк». Ну, отличненько. Ну, вот за такие подарки сегодня еще прозвучат от вас композиции. Я тут такую подборку сделал, в том числе и свежайшая, только что с типографии журнал «Lady Club» с моими статьями, с моими проектами. Я вот тут поделите между собой, ну, обменяйтесь. Я дарю вашему коллективу несколько вот... Спасибо, Анатолий. Спасибо огромное вам за ваше творчество. Спасибо. Но пока мы не завершаем передачу. Анатолий, ну мы со своей стороны тоже, нам есть что вам подарить. Не что может быть ценнее памяти? Ничего не вот бывает ценнее. Вам на память о нашей поездке в Сочи. Вот такая эмблема Всероссийского фестиваля выставки народной творчества. То есть вот этого фестиваля... Да. Спасибо пусть огромное. Пусть висит вам спасибо на память, огромное. На радость. Спасибо огромное. Я показываю, но маленькая, но тем не менее дорогая. Спасибо огромное. Не теряйте. Обязательно. Все, я уже спрятал. Ну вот видите, вот я даже дар речи прям потерял, я не знаю, как дальше продолжать эту передачу волнительную. Ну вот я думаю, я не ошибусь, если я продолжу вашим сюжетом, вашим концертным номером, где вы все во фраках, женщины в вечерних платьях, как сегодня Танюша здесь на эфире. Итак, смотрим, наслаждаемся.
прозвучал искрометный чардаш, а сейчас нам уже скоро, собственно, уходить из эфира, к сожалению. Друзья мои, общий вопрос, каковы творческие планы? Вот уже вот-вот закончится год, скоро праздники. Вот руководителю пока слово. Что у вас вот прямо сейчас на повестке дня? Ну, у нас в планах в следующем году съездить обязательно на конкурсы, чтобы поучаствовать в них и, конечно, показать себя с наилучшей стороны. Потому что у нас уже есть репертуар, есть амбиции хорошие творческие. Есть хорошие заделы, великолепные, да. Даже, не хорошие. Мы готовим новые концертные программы. Вот два номера, которые видели уважаемые телезрители, это с концерта 17 ноября. Программа называлась «За цыганской кибиткой». Концерт прошел замечательно в Самарской филармонии. И на следующий год мы готовим новые программы. Это «Многонациональная Самара», где будет звучать музыка разных национальностей. Это «Мой любимый город», это вся музыка, посвященная городам. Надо отметить, что мы эти программы учим наизусть. То есть мы играем без нот. Угу. А, даже так? То есть это у нас тоже в планах. В общем-то, да, видно тут. Не вижу нот перед вами. Давайте, сейчас у меня такая придумка. Вот очень-очень скоро, прям буквально там через несколько дней, совсем скоро, Новый год. Давайте я даю прям буквально по одному-два слова каждому возможность поздравления или пожелания какого-то. Танечка, начнем с вас. Желаю всем счастья, любви и успехов в творчестве. Так, Ирочка. Господа, берегите друг друга. И пусть с вами всегда будет рядом музыка и искусство. Так, Дмитрий. Я бы хотел пожелать телезрителям, чтобы они ехали в город Сочи и пользовались тем, что там есть. Это спортивные комплексы, красивые здания. И темные ночи. И темные ночи. Двина, Дима. Я просто пожелаю всем здоровья, это самое главное. Ренат, помаши рукой всем. Дмитрий, как руководитель? Ну, всем друзьям, всем коллегам, всем родным и близким, всех всевозможных свершений, новых побед и нашей родной Самарской филармонии. Хорошо отпраздновать юбилей 75-летия в следующем году. Ну, чудесно. Отлично. Значит, сейчас я просто уже поблагодарю всех, но у нас еще подарок на закуску. На коду будет подарок от Волга Фолк Бэнд. Итак, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был этот чудесный, великолепный коллектив Самарской государственной филармонии в составе Татьяна Полумордвинова. Танечка, поклонитесь. Ну, можно не вставать. Дама, можно не вставать. Да и мужчинам тоже. Ирина Исаева. Дмитрий Косяков. Ренат Хабибулин. Дмитрий Власенко. И руководитель коллектива Дмитрий Буциков. Россия. Самара. Итак, друзья мои, мы подошли к музыкальному номеру, к вашему подарку нашим родным землякам, ну, собственно, через интернет и всему миру, поэтому вот выдохните это из себя, подарите это планете Земля. Спасибо всем за внимание и нашему коллективу прекрасному, им больших творческих успехов, вам, друзья, успехов, полных спасибо. Залов спасибо. И любви родных и близких. И вам, да. Спасибо вам огромное. Взаимно. Почаще взаимно. Бывайте у нас и, пожалуйста, ваш подарок. Спасибо. Елочки, сосеночки. Пусть играют три струны, лишь бы не было войны.